Друзья, добрый день! У нас на экране биржа Yobit, и в этом видео мы покажем, как завести Platinum Coin сюда, как его продать, как можно купить, как вывести деньги, которые мы получили от продажи Platinum Coin. Сначала я хотел бы показать вам главную страницу Yobit и перечень пар, которые у нас торгуются и расположены не по рейтингу сверху вниз. Для этого перейдите на вкладку BTC, Bitcoin, и давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Doggy, 19, 20, 21, PLC на 21 месте сверху. Ниже еще, если вы полистаете, то очень-очень-очень много монеток, которые здесь торгуются. Всего вчера я смотрел, было больше 7000 валютных пар, которые здесь торговались. А сегодня можно посмотреть, увидим, и потом чуть-чуть попозже. Итак, сайт Platinum Coin. На табло у нас индекс 5 евро. Я запросил комиссионные выплатить мне в Platinum Coin в размере 1000 евро и получил 1000 разделить на 5, 200 PLC, вот они вчера пришли, 2-4, сегодня у нас 3 апреля, 200 PLC я получил на свой кошелек. Теперь нам нужно их монетизировать. Так, чтобы перевести их на биржу Yobit, мы переходим на биржу и нажимаем вкладочку «Баланс». Есть такая функция, вы видите, что у меня немножечко тут есть денег, эквивалент всегда показан в биткоине. Нажимаем птичку, тут ставим «Прятать нулевые балансы», и у вас будет отображаться те монетки, на которых, на кошельках, у которых есть денежки. Если же у вас еще нет балансов, что мы делаем? Мы переходим на английский язык и здесь просто пишем PLC. В строке поиск набрали PLC, вот это наша монетка отображается, видите, у меня тут 0,32 PLC есть. Чтобы все просто, во-первых, есть русский язык, переключайте на русский, работает нормально на русском. Чтобы завести деньги, нажимаем плюс, вывести минус. Итак, сначала вводим деньги, нажимаем плюс. У вас система формирует, биржа формирует под ваш аккаунт индивидуальный кошелек, вот он есть, на который мы будем переводить деньги. Или с помощью QR-кода с телефона, или же копируйте этот кошелечек, копировать, и идем на наш PLC Wallet, нажимаем кнопочку «Отправить», вводим адрес, куда, проверяйте, кстати, окончание адреса, смотрите, как я делаю обычно, последние 3-4 буквы вы сверяете с тем адресом, который вы копернули. NG2, вот он, NG2, все совпадает. Значит, на кошелечек проставляем количество PLC 200 и нажимаем «Отправить». Транзакция отправлена в обработку. Смотрите, комиссия 1000. 1000 комиссия. И будем ожидать ее на бирже. Закрываем вот это вот окошко. Давайте обновим. Внизу ожидающее зачисление. Сейчас мы увидим, прогружается биржа. Так, смотрите, ожидающее зачисление, вот оно показало, у нас 200 PLC, одно подтверждение из трех в процессе. Когда у нас будет три подтверждения, деньги будут у нас на балансе. Они, кстати, уже отображаются. Пока у нас идет подтверждение, смотрите, в кошельке у нас уже стоит отрицательная транзакция, исходящая, 200 PLC отправлено. А я вам хочу показать на блок Explorer эту транзакцию. Для этого мы должны взять наш кошелек, опять адрес кошелька, перейти, вот он, блок Explorer, platincoin.info, вставляем вот сюда вот наш кошелек в строку поиска, нажимаем «Съешь». И видим, что мы видим, значит, всего у нас было 200.98 PLC, вот они, 200 PLC отправлены из адреса, вот внизу мой адрес, сравните, XDM, и вверху адрес
NG2, который я вам называл, куда они отправлены, 200 PLC. И здесь у нас уже показано 4 подтверждения прошло по цепи, поэтому мы сейчас вернемся на биржу и посмотрим там. Итак, действительно, у нас уже ожидающих зачислений нет, все подтверждения прошли, и на балансе наша транзакция 200 PLC есть, и те остатки, которые были, 200.32 PLC. Эквивалент, как я уже говорил, всегда у нас показывается в биткоине, 0.18. Прятать нулевые балансы, ставим птичку, и видим, у нас отображаются только те балансы, прогружаются, на которых есть денежки. Смотрите. PLC и USD. Итак, первый шаг мы сделали. Мы завели PLC на биржу с помощью того кошелька, который нам сгенерировала биржа. Далее, я хочу их продать за доллары. Поэтому переходим в вкладочку. Смотрите, Market, вкладка USD, кликаем. У нас прогружаются те пары, которые торгуются к доллару. Кстати, можно посмотреть, давайте сейчас найдем его. Опять же, на английском PLC набираем. Видим, какая средняя цена, 6.84, изменения за сутки. И давайте посмотрим, в рублях торгуется. Можно посмотреть. Кликаем на рубль, вот сюда вот. Видим, 368 рублей. Давайте посмотрим, ну, к догам нет, к эфиру посмотрим, создали ли пару к эфиру. Да, к эфиру есть, видите, стоимость. К биткоину давайте посмотрим. Стоимость PLC к биткоину. То есть, можно, биржа — это способ монетизации нашего PLC. Мы можем поменять на данный момент на рубли, на доллары, на эфир и на биткоин. Итак, давайте я буду менять на доллар. Опять возвращаемся к доллару. Есть вкладочка доллар, стоимость 6.84, и кликаем на PLC сюда. У нас открывается торговая площадка. Вверху видите, проверяйте, PLC к доллару. Вот оно вверху стоит, соотношение, и это торговая пара PLC к доллару. Итак, наше торговое окно. Смотрите, наша задача сейчас продать PLC за доллар. Наблюдайте, пока я буду объяснять. Здесь идет движение, здесь какие-то продажи идут. Смотрите, вот наш баланс в PLC отображается, 200.32. Видели, изменилось чуть-чуть курс. Продажа. Что такое вот эта вот цифра, 6.22 доллара? Это вот она, самая верхняя позиция соотношения доллара и PLC. То есть, что это значит? Что вот эта вот верхняя позиция, если мы захотим продать, то кликну на эту позицию верхнюю, поставив такую цену, мы тут же мгновенно продадим. Потому что это колонка ордера на покупку. Кто-то, какой-то участник покупает PLC по этой цене. 6.22 и вот еще много-много цифр. Вот. Поэтому, если вы хотите продать быстро, вы выставляете вот эту цену. Если вы хотите продать подороже, вы можете создать так называемый отложенный ордер, то есть поставить цену повыше. И она у вас будет стоять в ожидании, пока не на рынке не найдется человек, который готов купить будет по вашей цене. Итак, как выставить цену? Смотрите. Во-первых, нам нужно выставить количество. Мы можем кликнуть вот сюда вот на синее поле, и полностью все количество PLC у нас появляется здесь появляется в окошке. Видите, 6.5, изменилась цена. И у нас автоматом 6.5, вот она, цена 6.5 поменялась, и вверху она точно так же изменилась. Чтобы поставить эту цену, мы кликаем вот сюда, вот на верхнюю цену. Она у нас отображается в окне цена. Но опять же, нам нужно потом будет ввести количество PLC. Если вы хотите другую цену поставить, допустим, 6 ниже, 6.14, кликаете на нее, и у вас отображается вот эта вот цена тоже, чтобы не вводить вручную. Но давайте мы сейчас выставим самую верхнюю цену и продадим 6.22. Значит, мы выставим вот так вот 6.22, смотрим, 5 PLC кто-то готов купить. Мы нажимаем продать, видите, у нас появилось, на эту цену мы кликнули, и сразу же сформировался ордер, количество 5.01, вот он соответствует этому, и нажимаем продать.
У нас отображается и комиссия. Смотрите, ордер выполнен, сел продано. В левом низу, в левом нижнем углу у вас появляется сообщение о том, что ордер ваш выполнен. Тут же у нас переходим в левую сторону. Мы смотрим, что у нас на балансе 31 доллар. Это от наших проданных монеток появились деньги уже в долларах. Вот они есть. Баланс 31 доллар. Если вы хотите выставить стоимость больше, вы просто же выставляете вручную. Допустим, давайте вот тут поставим 6.6 доллара. 5, давайте поставим 10, сколько там, 10 PLC. 6.6. У нас получится всего 66 долларов, но с учетом комиссии 0,2% получим 65.86. И нажимаем продать. Создание ордера. Смотрите, эта цена выше, чем у нас те цены, которые предлагают участники рынка, поэтому у нас наш ордер должен стать отложенным ордером. Где мы его можем найти? Это мы переходим в вкладочку ордера. Кстати, все, выполнен ордер, смотрите. Не успели, я выставил гораздо большую цену, и он продался. Уже курс 6,7. Поэтому, торгуя на бирже, вот я хочу сразу же моментом сказать, что это, конечно же, риски. Вы можете продать за меньшую цену, чем хотели бы, но можете продать и гораздо большую. Видите, вкладочка ордера, у меня нет открытых ордеров. Давайте вернемся еще раз, я поставлю гораздо большую цену, и мы посмотрим, где эти ордера. Нажимаем опять, нам нужно найти PLC наши. PLC к доллару. Переходим в торговое окно PLC к доллару. Видите, почти 6,8 индекс стоит, видите? Поэтому давайте я сейчас выставлю вручную 10 PLC, я продам по, давайте по 8. Давайте поставим по 8. И нажмем продать. То есть по 8 это значительно завышенный индекс. Нажмем продать. У нас этот ордер будет ожидать. Смотрите, вот он. Стоит история сделок наша, вот 10 PLC по 8 долларов, он стоит красным. Вот это вот ордера, которые у нас уже реализованы. Так, продать, я не помню, нажал, да, второй раз нажал, но ничего страшного. 10 ордеров, тут же нажал на крестик, мы можем их отменить. Смотрите, ордера, заходим, вкладка ордера, и мы сейчас увидим, мы увидим наши отложенные ордера. Вот они. То есть, и хотите вы продать по более дорогой цене, выставляете, пусть они у вас стоят. За 10 PLC мы получаем 80 долларов, но тут же стоит актуальная цена. И тут же мы можем отменить ордер, который, ну, видим, что цена долго не будет идти к этому значению, поэтому нажимаем на крестик. Закрыть ордер, да, мы его отменяем. Этот же ордер мы можем отменить у нас в нашем торговом окне. Переходим. Переходим опять в наше торговое окно и нажимаем вот тут вот крестик. Смотрите, на балансе у нас 175 PLC. Я сейчас отменяю этот ордер. На крестик нужно нажать. И у нас автоматом 185 PLC. То есть ордер у нас отменился. Видите, как пляшет курс? 6,5. Только что был 6,7, теперь 6,5. На балансе у нас... Давайте, знаете, как мы сделаем? Поставим 10 PLC по... 10 PLC по 6 и 66. Вот так вот сделаем. Нажмем продать. Вот в этом стакане, как он называется, на покупку, видите, по какой цене готовы покупать. 6,5 максимально. Мы создаем ордер. Вот он у нас появляется в отложенных ордерах красненьким. И мы просто ждем. В это же время я хочу вам показать, как купить PLC. Вот ордер выполнен. Видите, кто-то уже купил. 6,6 куплено. Все нормально. Отсюда он исчез. И в долларах у нас уже 163 доллара. Давайте мы вам покажем, как купить PLC. Процедура аналогичная. На балансе у нас 163 доллара. Покупка, вот она, 6.84, самая верхняя, отображается здесь. То есть, кто-то продает 20 PLC по 6.84. Сейчас мы сделаем вот так вот. 5 PLC ставим, купить. И ставим и кликаем вот по этому ордеру, вернее,
у нас сразу же выдало 20 количество, ставим тут 5. По индексу 6, по курсу 6, 84. И смотрите внимательно, это предложение на рынке есть, мы нажимаем купить. Ордер выполнен, 5 PLC у нас куплено. Если вы заметили, у нас здесь произошли изменения, отмотайте видео, на балансе изменилось. И наш, смотрите, buy 5, вот они, 5 PLC куплено по история сделок, это наша купля стоит 6.84. Вот таким вот образом, друзья, происходит монетизация PLC, то есть на бирже вы можете его продать. Вы можете продать по той цене актуальной, которая на бирже, можете выставить свою цену, но тем не менее это происходит конвертация ваших денег, exchange, обмен ваших PLC на ту валюту, на которую вы захотите. Но как же ее обменять, вот эти доллары, как нам дальше вывести? Для этого мы возвращаемся в раздел «Балансы». Мы видим, что в балансах у нас отображаются PLC и доллары. Чтобы вывести наши доллары, находим вывод колонку и нажимаем минус. Смотрите, какие способы вывода. Visa, MasterCard. Стоит максимальная сумма и комиссия. 6 долларов с вас возьмут плюс 5% от суммы. Далее, платежная система. Капиталист 7%, платежная система. Pair 5%. Advanced Cash 1%, Perfect Money 6%. Давайте мы выберем платежную систему с самой маленькой комиссией, она довольно популярная, Advanced Cash, и сделаем вывод. Количество 100 долларов поставим. Вы видите, что комиссия 1 доллар у нас будет, 99 мы получим на наш аккаунт. Прописали данные кошелька, поставили 100 долларов и нажимаем «Запросить». Идет обработка запроса. Так, смотрите, ожидающие выводы, вот у нас стоит. Дата 3 апреля, 99 долларов. Подтвердите по email. У нас пришло письмо на почту. На вашу почту, на которую зарегистрирована биржа, приходит письмо, в которой вы должны подтвердить вывод денег. Кликнуть для подтверждения или же для отмены. Мы выводим, поэтому кликаем для подтверждения. Нас перебрасывает опять на окно биржи. Вывод подтвержден. Ожидающие выводы в процессе. Здесь же видно время вывода, 9.31, посмотрите, я подождал пару минуток, 9.35, ну, может, часы немножко не соответствуют. Ждем вывода на наш кошелек Advanced Cash. Так, статус отправляется, я перехожу в кошелек Advanced Cash и вижу, что внутренняя транзакция 99 долларов уже пришла. Вот она, смотрите, я ее разворачиваю. Примечание Yobit, yobit.net, payment, то есть платеж от биржи Yobit. И смотрим время 9.37, то есть, ну, в течение, наверное, 5 минут вывод пришел. Ожидающие выводы, давайте еще раз обновим. На балансе 29 долларов у меня. В принципе, вы видите, насколько легко и просто наши PLC обменять на биржу, продать, вывести и так далее. Ну что ж, друзья, на этом все. Хотелось бы обратить внимание на что. Не спешите пока продавать, потому что вы видели сами. Пока я продавал, курс на бирже очень сильно прыгал. Буквально на глазах меняется курс. Смотрите, уже 6,6 верхняя, то есть... Если я продавал по 6,5, то можно опять продать по 6,6, и это делается очень быстро. Смотрим, 5 PLC, но у нас здесь ордер продать. Мы нажали и смотрим, у нас вот он стоит ордер в отложенных ордерах, но частично, смотрите, часть продалась, и когда весь ордер у вас выполнен, у вас появится сообщение, выполнены ордера. И вот так вот.
Биржа – это рынок, на котором работают спрос и предложение. И это спрос и предложение регулируют цену. Поэтому будьте внимательны, внимательно следите за вашими действиями. Потому что если вы здесь продадите, а потом будете кричать «ах, ах, я хотел не ту цену поставить», то, конечно же, деньги назад вы уже не получите. Внимательно пробуйте, тренируйтесь на очень маленьких суммах. И я думаю, что все у всех получится. Всем удачи и больших чеков!